Надпись «Стой! Напряжение сотрудников Россетей не пугает». Для них наладить работу по передаче электричества в каждый дом – повседневное дело. Реконструкция электросетей и ремонт специального оборудования энергетиками в Ленинском округе продолжается почти полгода и подходит к завершению. Нашими сотрудниками были выполнен ремонт, капитальный ремонт 8 подстанций. Также была произведена замена провода на воздушных линиях 0,4, 6, 10 киловольт с частичной заменой опор и провода на изолированный. Трансформаторная подстанция в Картино на сегодняшний день последняя точка ремонта в муниципалитете. И хотя для проведения работ необходимо отключить в деревне электричество, без света жители не остались. Подачу энергии обеспечивала передвижная дизельная станция. Производится ревизия камеры трансформатора, замена главного рубильника, замена низковольтных автоматов, что приведет к улучшению качества и надежности электроснабжения. Подобные работы сотрудниками Россетей проводились по совместной с Министерством энергетики региона программе повышения надежности и качества электроснабжения. Сегодня ремонт уже завершен на подстанциях в Молокове, Дальних Прудищах, Дроздове и Слободе. Александр Столяров, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.